Всем привет, друзья! Ну вот, опять внеплановое видеообращение. Вы, наверное, спросите, где же вторая серия сериала «Спрингтрап»? Дело в том, что Акс на некоторое время немного приболел. Ничего серьезного, он уже поправился. Но просто вы сами должны понимать, что когда болеешь, не особо есть желание что-то делать. Да и настроение, честно сказать, не то при болезни. Так что вторая серия сериала «Спрингтрап» немного опаздывает. Вот поэтому нам и пришлось выпустить это внеплановое видеообращение. Так что подведем итог ушедшей зимы. Да, уже наступила весна, сегодня уже 3 или 4 марта. Кстати, заранее хотим поздравить всех девушек с наступающим 8 марта и пожелать вам всего самого наилучшего. Быть добрыми и красивыми, и счастья вам во всем. Итак, что у нас по новостям? Теперь Акс как раз занимается второй серией сериала «Спрингтрап». Так что следующее видео, которое выйдет на этом канале, будет как раз серия про «Спрингтрапа». Также Акс обязательно в этом месяце проведет стрим на канале. Кстати, как вам идея раз в месяц устраивать совместный просмотр сериала «Новая жизнь» на стриме, как это было совсем недавно? Можно будет поностальгировать и пообщаться в чате при просмотре сериала. Так что напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Так, ну как вы поняли, график выхода серии немного сбился. Но ничего, будем наверстывать. Так что в марте постараемся выпустить вот сейчас серию «Спрингтрапа» и еще серию «Другой жизни». Также, наконец, доберемся до теорий про аниматроников. И, возможно, пару теорий выпустим тоже в марте. Насчет клипа, про который мы говорили ранее, пока мы его отложили. Но обязательно сделаем, как будет время. Просто не хочется делать его плохим. Так, что касается фильма «Противостояние». Он также пока остается на стадии написания сценария. Как только сценарий будет полностью написан, мы выпустим новый трейлер фильма «Противостояние». Что касается сериала «Новая жизнь 2», то, скорее всего, летом мы выпустим полноценный трейлер этого сериала. А сам сериал выйдет уже в 2022 году. Но, возможно, ближе к осени мы выпустим первую пилотную серию сериала. Но это пока не точно. Так, еще новости. Что касается перезапуска первого и второго сезона сериала «Новая жизнь», ну все остается так же. Как весь сериал, который есть на канале, наберет 50 тысяч лайков, то сразу сделаем перезапуск с новой графикой и измененным сюжетом. Кто еще не смотрел, можете перейти по подсказке и посмотреть, и нажать лайк. Не переживайте, количество лайков постепенно на этом видео увеличивается и, возможно, наберет. Мы верим в вас. Так что мы продолжаем работу над всеми нашими проектами. И, возможно, будут появляться новые проекты. Ну и рубрика «Ответы на вопросы» также будет, возможно, ближе к концу месяца. Об этом вы узнаете в нашем сообществе YouTube. Так что вот такие новости на сегодня. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и обязательно пишите комментарии под видео. Нам будет интересно почитать. А мы читаем абсолютно все комментарии. А на сегодня у меня все по новостям. Ждите в скором времени вторую серию сериала «Спрингтрап», стрим и много чего, о чем я говорил ранее. Всем спасибо, что вы есть. Еще увидимся. До скорых встреч.